сорт острого перца Mushroom Yellow. Переводится как гриб желтый. Этот перец относится к виду Capsicum annuum. Это очень интересный, необычный перец. Смотрите, как он выглядит. Он чем-то напоминает патиссоны или гриб. Вот у него такой цвет желто-оранжевый. Созревает он от зеленого. И постепенно переходит в оранжевый цвет. Вот это уже плоды полностью зрелые. Острота у такого перца от 30 до 50 тысяч сковелей. Это довольно острый перчик. Срок созревания этого перца от 90 до 100 дней. Он очень и очень урожайный. Вот посмотрите. Небольшой кустик, а вяжет, видите, целыми пачками. С одного куста можно собрать от 30 до 40 плодов. Высота куста может быть от 40 до 70 сантиметров. У меня кустики не превышают 30 сантиметров. Они все усыпаны плодами. Этот сорт хорошо подходит как для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах. Вы можете выращивать его на подоконнике, в цветочном горшке. Он не занимает много места. Вот видите, какой небольшой кустик. И сколько плодов у него. Вон там сзади еще плоды есть. Сверху. Очень интересный, очень необычный сорт. Вкус у него пряно-цветочный, насыщенный. Эти плоды можно консервировать целиком. Вес такого одного плода до 30 грамм. Когда кусты большие, плоды, соответственно, тоже гораздо крупнее, чем вот эти. Ну, плод примерно в размере от 4 до 5 сантиметров в диаметре. Бывают довольно крупные. Очень-очень интересный сорт, ребята. Неприхотливый. Так что советую выращивать себя на подоконнике. Он не займет много места. И вот будет радовать вас такими урожаями. Этот сорт относится к многолетникам. Его можно выращивать до 5 лет. Потом, конечно, желательно будет обновить куст, либо обрезать его, либо просто высеять новые семена. И будете получать гораздо больше урожая, чем, к примеру, с 5-летнего куста. С 5-летнего куста, ну, где-то будет в пределах 7, 8, 9 штук с куста. Чем старее куст, соответственно, тем будет меньше урожай. Пробуйте выращивать такой сорт у себя дома. И больших вам урожаев!